июня 1944. Высадка. Мы в Нормандии. Хотим отбить Францию у немцев. Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы – последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе! Говорит полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне то, что толкнул наш тренер Джонс перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. А если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Иди!
Рано выглядит паршиво. Вот, держи! Спасибо, друг!
ребята, защищайте бункеры! Живо!